В Екатеринбурге «Газель» сбила трехлетнюю девочку. Любой водитель подтвердит, что движение задним ходом является едва ли не самым опасным маневром. Очередное подтверждение этому произошло сегодня в микрорайоне Северный Химмаш. Сегодня в 9 часов утра 7 марта по адресу Славянская, 49, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Газели» при движении задним ходом допустил наезд на трехлетнего ребенка девочку. В результате происшествия ребенок получил травмы различной степени тяжести, по поводу которых был доставлен в 9-ю городскую больницу. Кроме того, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы не оставляли детей на проезжей части без присмотра, держали их за руку. Справедливости ради надо заметить, что наезд на ребенка произошел не на проезжей части. Правда, и не на тротуаре. Молодая мать приехала на конечную остановку 19-го автобуса, вывела свою дочь, а затем стала спускать прогулочную коляску. В это мгновение девочка и сделала буквально один шаг в сторону от матери. Грузовая же «Газель» отпарковывалась со стоянки, где провела ночь. Водитель грузовичка, по его признанию, не видел ни ребенка, ни женщины и был уверен, что все пассажиры автобуса уже давно вышли. Согласно первым оценкам, сделанным врачами на месте происшествия, трехлетняя девочка получила травмы головы и живота, но такие, которые позволяют надеяться на ее выздоровление.